Три разных характера вообще. Кто-то буйный, кто-то более-менее спокойный, кто-то... Вообще уже промолчать. Да. Кто из вас самый буйный? Кто самый буйный? Наверное, я. Или отказаться от этой идеи, что лучше будем просто набирать себе аудиторию. Но снизить цену. Это получается, да, типа ты же сначала накидываешь ценник, а потом просто понимаешь, ну, сколько аудитория готова платить. А одежда мужская, женская у вас? Да. То есть унисекс, да? Ну да, у нас отсылка больше на унисекс, но при этом есть вещи, которые исключительно женские. В принципе, все, кто именно вот этот кофту берет, у нас всем очень нравится, потому что ну, очень хорошо подходят под многие вещи. Совсем можно носить. Нам самим это все очень интересно. Что-то вот такое свое индивидуальное придумал, чтобы это ассоциировалось непосредственно с нами. Ну, Токен, задание Восток. Вот. Да, у нас есть некоторые секреты. Да, у нас есть некоторые секреты. На следующие вещи. На следующие вещи. Мы как-то вот просто распределились по сезону. Сейчас у нас, так сказать, просто такой, можно сказать, пробный период, когда мы экспериментируем, что-то сочетаем. И уже после этого хотим выпустить определенный, так сказать, секрет, который очень сильно, мне кажется, понравится, с которым мы могли бы участвовать во многих конкурсах. И мне кажется, что мы могли даже выиграть. Очень бесит. Надеемся.